Здравствуйте, с вами комментатор Бодя Кошелек. Мы смотрим матч ФКП «Зенит». Напомню, что это заключительная игра, 11-я игра первого тура. Напомню, что это 11-я заключительная игра первого тура. Круга. Дает пас Неклю. Неклю подачу. Билан. Билан с Михальком. Удар по воротам Михалюк. Наконечный пас Бевзу. Бевз удар по воротам. Гол! Открывает счет. Счет на табло 1-0. Автор забитого гола Бев Сергей. Николайчук возле мяча. Будут подавать. А, блестяще! Михайлюк. Сам. Бевс. Гол. Ну! Что он делает? Бевс мячом. Дает пас Михайлюку. Михайлюк Бевзу. Удар по воротам. Блестяще! Ой-ой-ой. И Бела бьет. Гол! Гол! Ура! Гол! Олег Билан забил гол. Защитник АФП ворвался. Никсочек подачу. Макар удар. Ой-ой-ой. Удар по воротам. Гол! Это гол! Бернацкий! Бернацкий забивает первый гол в сезоне. Кстати, идет сейчас матч Лилия Авангард. Счет в пользу Лилии 3-0. Олежек под поворотом. Еба. Наконечный с мячом удар по воротам. Гол! Ну, судья показывает на Союзе. Но судья показывает, что не было гола. Игрока «Зенита» купили за пару тысяч. Там. Капитан команды бьет по воротам. Блестяще. Конец второго тайма. ФКП выиграл со счетом «Зенита» 3. ФКП выиграл со счетом 3-0. Он красавчик, он по пацану, он был на занятии по пацану. А блядь, как крыса, Галимова, блядь, Мурло.